В Чебоксарах собираются за 10 лет обновить весь троллейбусный парк. Каждый год власти города намерены закупать по 25 электромашин. Поставщиком техники может выступить крупнейший белорусский холдинг. С его представителями уже провели переговоры. Сейчас в Минске производят гибридный транспорт, который питается от контактной сети и может проехать более 20 километров на зарядке аккумулятора. Такие троллейбусы в ближайшее время могут появиться и на чебоксарских улицах.